На этом у меня все. Всего вам доброго. Берегите себя. Этот выпуск необычный. Практически весь он сделан дистанционно. Доброе утро. Начинаем нашу планерку. Сегодня у нас в программу идут вот эти темы. Добрый день. Могли бы вы прокомментировать эту ситуацию? Да-да, съемочная группа уже выехала. Будут у вас через 15 минут. Вот, мне кажется, вот это, да, неплохо будет смотреться кадр. На этом у меня все. Всего вам доброго. Берегите себя. Ну вот я тот самый уникум, где только не бывал, а корона-то меня вообще не взяла, не зацепила никак. Спасибо вот создателям масок, перчаток, бахил. Сколько я их только не переносил. Ходила в отпуск на 2 недели. В итоге я провела дома 1,5 месяца, и все благодаря моей соседке, которая принесла заразу в дом. Где она заразилась, непонятно. Болела ли я, тоже не совсем ясно, да и некогда мне было с этим разбираться, я все время работала. Кстати, соседку свою я так и не простила. Я, как обычно, работала с мэром и через 2 дня узнала, что у него положительный тест. У меня паники, конечно, никакой не было. Ровно 1,5 недели, пока у меня не пропало полностью обоняние. Но даже то, что я заболела, не выбило меня из рабочей колеи. Я из-под подушки дома руководила всем съемочным процессом практически месяц. Все было достаточно просто. 20 минут мы почитали с нашим новым ведущим Александром, и через 3 дня я просто умер. Температура, потеря запахов, всего прочего, да. Ну, а потом еще плюс пневмония оказалось, что открылась. Я хотел-то выйти через недельку, а оказалось, что тест опять положительный. А мы продолжаем работать для вас, наши дорогие, любимые телезрители. Ура!